День музеев сегодня отмечают во всем мире. К этому дню в учреждениях готовят новые экспозиции, тематические лекции, экскурсии, научные чтения. Среди них и музей Хамуса в Якутске. Ежегодно его посещают свыше 4000 человек. В экспозициях музея собрано около 2000 варганов со всех уголков мира. А сегодня там в честь 385-летия вхождения Якутии в состав России чествовали 385-го посетителя этого года. Им стала учитель географии городского лицея Мария Корякина. Посетителями музея сегодня также стали школьники. Ольга Белокрыс, ученица 7 класса школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 8 вида, увлеклась игрой на хамусе 3 года назад и сегодня сыграла на этом инструменте. Я на хамусе играю уже 3 года, и мне понравилось, потому что звук хамуса, он очень красивый. Меня учит Мартынова Галина Степановна. У нас в группе 8 человек. И я солирую, и Юра солирует.